Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 февраля, и я вот все эти дни занималась пикировкой. Но сегодня хочу сейчас вот короткое видео снять о температурном режиме. Когда люди читают, и я вот часто говорила, что как только появляются всходы, нужно температуру понижать, и многие их интересуют. Вот на подоконник, если мы ставим, до какой температуры можно понижать вот условия содержания вот этих томатов, чтобы их не застудить, потому что многие действительно боятся, что сильно холодно им, не выставляют. Начнем все сначала. Вот как делаю я. Я посеяла, вот тут еще нет всходов, только-только сегодня принесла. Я посеяла, и до того, как появляются петельки, сейчас покажу вам, вот сегодня только принесла, видите, вот только-только-только появляются. Для всхожести лучшей я их ставлю на самую верхнюю полку стеллажа. Вот как только они появились, сегодня открыла пленочки, все проверила, появляются. Я сразу перетаскиваю их на холодное окно, на подоконник. Да, приходится в период выращивания туда-сюда несколько раз локацию поменять, но это только им в плюс. Вот смотрите, я сюда перенесла вот этот, и сейчас еще один покажу. И вот этот лоток. Это вот тоже у меня эти вот редкие экзотические сорта. Но так как я в несколько приемов, там, где козуля, вот она, видите, козуля, там, где козуля растет, это был первый посев иностранцев, а это вот вторая волна. Поставила я их сюда на холодное. Какое вот у меня температура? Какая? Сейчас 8 утра, температура, ну, была 16, я подошла. 16-18 градусов. Днем, возможно, будет до 20, потому что за окном будет теплее. Здесь по, ну как, будет тоже потеплее. Но выше она не бывает. Стоят они у меня здесь вот до такого состояния. Вот я вот эти принесла тоже, когда они только начали сходить. Видели, наверное, как я тут шапку с космонавтов снимала? Они, теперь они подросли, они все выровнялись. У них начинает появляться настоящий листик. Я их отсюда теперь уношу в нормальные условия, там, где тепло. И там они дальше будут расти. Что мы добиваемся, чего вот этим вот временным помещением в холодильник? Чтобы хоть немного они поменьше вытянулись. Если бы они стояли в тепле от самого, как вот от такого, от самого рождения, как только родились, их сейчас, если в тепло поместить, они попрут и сильно вытянутся. Эта рассада, которая стояла при температуре 16, 18, 20. Она, видите, она не очень потянутая и более-менее равномерная. Как вы видите, иностранцы все почти вышли, даже кто с опозданием. Единственная вот одна козулька не взошла, и там еще одно семечко. Так что все сорта, которые я получила, ну там и по обмену, и присылали в дар, они тоже все почти 100% взошли. Ну это что такое? Это вообще... Да кошки дерутся. И ужас. У нас два кота начали драку прямо во время съемок. И вот смотрите, я смотрю, хожу, 15 градусов. В руке подержала термометр, он быстро поднялся. Не буду показывать, уже 22. Видите, держу в руке, моментально температура растет. 15, 14, 16. Это нормальная температура для... Но для роста, для нормального роста, это 15-14 градусов, это не холодно для томатов. И вот у них ножки, обратили внимание, они таким немного сиреневатым оттенком, они сразу стали такого цвета, как только я их выставила. Ну вот как начала сюда выставлять, приношу их с белыми ножками, потом сиреневые ножки. Вот сразу видно, что они прошли у меня закаливание на холодном подоконнике. Никаких последствий от того, что они постояли при 15-16 градусах, не будет. Вот это про температурный режим. Изначально для прорастания 23-25 идеальная температура. Потом, после появления всходов, 15-18 на недельку идеальная температура. Потом можно выставить, пока он наращивает 1-2 настоящих листа, опять можно 20-23-25, даже у кого... Все равно можно их держать. Потом пикировка. И после пикировки опять на неделю желательно понизить температуру. Также 18, можно даже 16, 15.
Вот на время укоренения, в это время у них опять листья не растут. А для корневой системы 15 градусов – это нормальная температура. Все, до свидания. Это вот о холодном подоконнике. При каких температурах могут расти томаты, при каких нет. Вот сейчас петельки вылазят, сейчас самое время их немного охладить.